Здравствуйте, друзья! В этом видео мы с вами поговорим о таком проекте, как Экидериум. Экидериум — это посттрейдинговый майнинг с особенностями делегирования и ликвидным протоколом. Как мы видим, мой дроп заканчивается через 8 дней 14 часов. Можно поучаствовать, ну, нажать claim airdrop, то есть принять участие. Какие мы можем преимущества? Видим 100 ТПС при запуске, посттрейдинг с заработком выше 10-30% с вашей собственной мастерноды, или стейкинг с заработком 8% без ноды. Вот, ликвидный пул. Шаринг как они заявляют, будет доступен в 2021 году. Бесплатный умный контактный аудит. Вот. Давайте подписаться можно на сообщества различные, на их сети. Давайте посмотрим на дорожную карту проекта, что у нас стоит. Вот, третий квартал 2020 года. Там маркетинговая баунти компания, баг компания, то есть по поиску багов. Вот. Airdrop, да, 28 августа, блокчейн запуск. Вот, и первые ноды. Схема DEX, платок, кошелек, запуск, токен свап, вот, торговля на DEX, конец маркетинговой кампании, 4 квартал 1000 года, раздача баунти токенов, вот, больше активов паров на DEX, начало стейкинга, как видим, 1 квартал 2021 года. Вот, ну вот, можно смотреть, в принципе, каждый квартал более подробно, можете почитать. Вот. Ну, как мы видим, что уже до конца 21 года видим запуск шартинга на майонете. Третий, четвертый квартал, вот, ну все, в принципе, расписано вот тут. Подписаться на наши новости. Вот. Вот такой вот трек, вот Exchange, можно смотреть бизнес, биржу. Exchange, вот. Представление ликвидности, может быть ликвидным провайдерсе и зарабатывать пассивный доход до 3-8%. Может стать свой собственный ликвидный пул. Остальные торговые пары будут распределены среди участников пула. Стройка платежей. При запуске, покупка ордеров при запуске. Вот. Вот, ну, в общем, всем вот такой вот проект, кому интересно, может изучить, в него посмотреть, поучаствовать в airdrop, более подробно прочитать. Ссылки на данный проект будут в описании к этому видео. Вот, всем спасибо за просмотр и всем пока!